Доброго времени суток, дорогие друзья! Я очень рада видеть вас на своем канале. Очередной день прошел. Вот так бегут день за днем, вот не поверите, не успеваешь даже не успеваешь даже отсчитывать. Хопа, уже неделя, завтра уже среда, уже середина недели. Вот не успеваешь. Вот так и жизнь проходит, правда. И все мы куда-то торопимся, что все мы что-то суетимся. И вот. Ой, вообще это ужас, конечно. Вот даже страшно, вот, когда вот так вот быстро время бежит. Вот. Нет. Когда были маленькие, как он внук у меня, все мечтали, когда же побыстрее вырастем, когда же вырастем, когда же мы вот. А сейчас думаешь, да куда же время-то бежит? Ну не успеешь глазом моргнуть, недели нет. Вообще ужас. Ну, тем не менее, есть как есть. И надо это принимать так, как оно есть. Чем мы сегодня питались? На завтрак я делала сырники. У нас любят все сырники, но вот я сделала из одной пачки там, значит, сырники. Ну, я на одну порцию посчитала. Значит, в сырники я единственное добавила, в творог я добавила одно яйцо, вот на свою порцию яйцо. Семя льна. Ну, семя льна, я, знаете, вот как, ну, буквально две щепотки там получилось, 3 грамма. Вот не больше, 3 грамма, прям чуть-чуть. Вот. И на вот это, значит, так как, чтобы, ну, жидковатое же получается, если яйца крупные, и вот если, значит, на вот этих 120 грамм творога, вот это крупное яйцо, оно просто жидковатое, блинчика будешь наливать. Я туда добавила цельнозерновая мука, у меня было 15 грамм, и рисовой муки 10 грамм. И по итогу получилось этот, 25 грамм муки, и плюс это, грамм 5, наверное, я вот на подсыпку, чтобы вот красиво их оформить. И это. Ну и вот. Я их кушала, мы их кушали с дочерью с сметанкой, 20 грамм сметаны. И по итогу вышло, и к чаю, значит, вот эти сырнички я сделала, и плюс зеленый чай, это обязательно, вот, и замороженная клубника. Вот я ее, к сожалению, не сфотографировала, не знаю почему. Вот не знаю почему. Вот я потом уже это думаю, ну и ладно. Я просто вытащила ее из морозилки, хоп, вот села, значит, чайку напилась после сырников, а потом я уже спохватилась. Ну вот не знаю, так получилось, что-то по запарке, как говорится. И вот этот весь мой завтрак был на 430 килокалорий. Ну, такой основательный завтрак получился. Вот, на обед был тот же самый постный борщ, вот, были, я жарила баклажаны, вот, и это отварная куриная печень, там пупки, я ее заодно вот это вот посчитала, 100 грамм, ну, в общем, обед тоже был основательно, чуть-чуть мы ели, и обед был на 450 килокалорий, вот, и на ужин, как всегда, все стандартно, ничего не меняется, куриный белок, я извиняюсь за внешний вид куриного белка, вот обычно говорят, это яйца свежие, поэтому они не чистятся. Да нет, конечно. У нас мы все время держим своих курей, и яйца постоянно свежие, и они чистятся прекрасно. Сейчас просто старые куры у нас отошли, а сейчас молодые, пока не несутся еще, и мы вынуждены покупать. Ну уж прям какой же свежести они должны быть в магазине. Что прям вот, ну не чистятся и все, я не знаю. Наши свежие вот сегодня снесли куры, и на утро мы, значит, используем их. Они чистятся прекрасно. Ну, получается, наши не свежие. Там, наверное, каждое яйцо доставляет в магазин по отдельности, правда. Вот. Ну вот я же говорю, я извиняюсь за внешний вид, но не могла чистить нормально, вот честно. И огурец попался самый большой, да еще какой-то весь узорчатый в дырочках, прям это вообще кошмар. Ну, тем не менее, это огурец. Вот и получилось 130 грамм белка и 150 грамм огурца. И нормальный, этот, нормальный ужин, потому что, вот честно сказать, мы на ужин уже и не хочется кушать. Не хочется, ну, так как вы еще не готовы на двухразовое, поэтому мы
поедим 3 раза, а потом уже будем потихонечку переходить на 2-разовое питание. Ну, во всяком случае, я с дочерью. Вот. Ну, и буду вам показывать 2-разовое, а 3-е будете придумывать сами. Вот. От меня вы много не почерпнете ужинов. У меня либо творог, либо яйцо с овощами, белок с овощами. Там ничего, там велосипед не изобретаем. Ну вот и все. И сегодня, собственно, ничего такого у нас не происходило. Нигде мы не были, никуда мы не ездили. И нигде мы не гуляли. Вот вчера что-то так нагулялись. Ну и так, в общем-то, все нормально, все хорошо. Очень надеюсь, что и у вас все хорошо, все нормально. Все, дай Бог вам всего хорошего. Поэтому сегодня коротенький выпуск, просто чтобы, ну, не получилось, что я пропускаю. Нет, я все помню, я все знаю, что вам нужно записать видеоролик. Поэтому я желаю вам всего доброго, светлого, человечного. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень интересно почитать. Интересно знать, что вы думаете о моем канале, о моих блюдах. Вот поэтому мне очень интересна обратная связь с вами. Поэтому до завтра.